Центральными темами 15-й пресс-конференции Владимира Путина по традиции стали присутствие нашей страны в международном медиапространстве, развитие российской экономики, региональные проблемы. Этому внимание уделила и наша коллега Анжелика Григорьева. Задать вопрос президенту России ей не удалось, а вот узнать, что волнует жителей регионов, получилось. На пресс-конференцию аккредитовались около 2000 корреспондентов. Бывалые приехали с набором инструментов, чтобы привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря. В ход шли национальная одежда, инструменты, головной убор, а то и просто яркий цвет волос. Александр Данильчев из Мордовии стал героем сюжетов почти всех федеральных каналов. Спросить Владимира Владимировича о том, что в 2020 году состоится всероссийская перепись населения. Хотелось бы узнать прогнозы президента по поводу этой переписи и хотелось бы также узнать, какие меры будет государство предпринимать для улучшения демографической ситуации в нашей стране. В самом деле все настроились на серьезную многочасовую работу. Вместе с пропусками журналисты получили памятные подарки – папку, календарь, ручку и блокнот. Сувениры объединены тематикой предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом тоже говорили на пресс-конференции. Страна должна отдать дань памяти участникам великих сражений, а главное – сделать все возможное, чтобы ныне живущие ветераны не нуждались ни в чем сегодня. И это задача органов власти на местах. Конечно, все регионы живут по-разному, и проблемы у них свои. Но все стремятся иметь стабильную экономику, думают о социальном самочувствии жителей и выстраивают перспективы. На вопрос журналиста о повышении зарплаты медицинским работникам и развитии первичного звена здравоохранения Владимир Путин отметил, что выделено дополнительно 550 миллиардов рублей. Деньги направят на техническое оснащение и закупку транспорта. Правительством России принимаются меры по лекарственному обеспечению, в том числе тех, кто нуждается в особом лечении. Увеличивается и собственный рынок лекарств. Надо не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли. В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. 90 стран мира. Раньше такого не было. Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня. В прошлом году уже 700 с лишним миллионов у нас было продано на 780, по-моему, вот примерно в таком объеме было продано за границу наших лекарственных препаратов. Региональная повестка пресс-конференции была достаточно содержательной. На журналистское негодование по вопросу так называемой мусорной реформы Владимир Путин отметил, что по стране в год генерируется 70 миллионов тонн бытовых отходов. С нуля создается индустрия утилизации отходов. Основные усилия предприняты, созданы операторы, в том числе и региональные. Все должно быть прозрачно, люди должны понимать, за что они платят. Свою позицию президент страны выразил и в отношении демографической политики, а также предоставления гражданства. Мы можем давать гражданство, но важно, чтобы людям было комфортно, чтобы они не вызывали раздражение у местных жителей, знали язык, культуру, историю. Для них нужны специальные курсы, резюмировал Владимир Путин. Тренд последних встреч с президентом – вопросы-подарки. С подарком. Будем надеяться, что его передадут Владимиру Владимировичу лично. Это уже даже мировой бренд. Вот. Они есть у Жерара Депардье, у президента Чувашии. Их даже Ангеле Меркель передавали такие валенки. К нам приезжают туристы со всего мира. В преддверии Нового года один из журналистов предложил 31 декабря объявить выходным днем. По мнению президента, такие решения не принимаются в спешке. Необходимо провести анализ, чтобы не нанести вред дачникам и огородникам, которые в мае начинают работу на своих участках. В следующем году будет новая пресс-конференция, новые темы. Не исключено, что рекорд 2019 года по количеству зарегистрированных СМИ снова будет побит. Анжелика Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.